Слишком сильно на сетку. Да нормально, я же это хотя бы научила. Ваш, да? Не ваш. Ваш не начинает, я уже вообще забыла. Я уже поняла, что я что-то не то делаю. Как тут? Прикольно, на одной тренировке девчонки прям только туда въехали. Я
собой и отходи сама в сторону. Что значит по-другому? Блин, на самом деле у меня есть какая-то фигня, что я всегда пытаюсь куда-то залезть. Я тоже. Это все решается таким пронзителем. Я! Тут на нее прям вообще желание отпало. Надо сразу принять решение, сразу его озвучить, а не так, что ты это. Ну не знаю, вчера мы с вами играли, там парень бедный. Раза три я вообще, конечно, просто я говорю, что это за фигня. Ну, а ты принимаешь в этот момент или просто лезешь? Ну, как бы, я и так линия, он же берет больше. Ну. То есть, ну, мяч не летит вроде в меня, ну, кажется, что в него. Ну, кажется, что он должен все взять. И то же самое в атаке, как будто, ну, я знаю, что я его возьму. А он, значит, это ему кажется. Ой, странно, да, еще не нужно. Если тебе кажется, что это твой зона людей, просто ты тогда говори. Потому что у вас поляна, так не крути, все равно на двоих делится, если тебе кажется, что у тебя... Тут вопрос даже в том, что вот эта спорная зона, кто больше уверен, тот и говорит я. Кто уверен, что я? Да, это уверен, что я. Давай! Принесла на обеих. Я сейчас вынесу. А, сейчас. Я помнишь, ты потянул, да? Вот смотри, вот ты сейчас стоишь прямо, вот у тебя катит раз, катит два, потянул, идет по диагоналу в сторону оранжевой подушки. И вот тебе в сторону оранжевой подушки надо плечи держать. Получается, выходишь, вроде как бы пытаешься отойти, но идешь вот сюда, на кульбу. Да, а надо на подушку. Поэтому то, что там у тебя, я вообще возраст.